Answer. Kern, are you there? The rescue is hopeless. The rescue is hopeless. Только преодолеть. Не верится как-то. Моя жизнь принадлежит мне. Я все еще не могу поверить, что их уже нет. Моя жизнь принадлежит мне. Двенадцать. Девять. Алло, Джон! Проснитесь! Это глупо, наверное. Но я всегда надеялась на другие варианты. Я столько лет работала, добивалась. Это было все так трудно. Спутник, потом Луна. Ты же знаешь. Математика безжалостна. Интересуют подробности. Простите, я совсем потеряла голову. А живы ли они сами? Маша? Маша? Кажется, это человек. Ну да, может быть, женщина. Хотелось бы. Эх, Дарвина бы сюда. А Дарвин здесь ни при чем. А как же человек мог появиться в эпоху доисторических ящеров? Но мы-то появились. А, мы прилетели. Роман, а ведь Алешка прав. Человек в зрелом виде существо летающее. Космически летающее. Ты опять свое? Конечно. Дарвин объясняет только первоначальное появление разумного существа из животного мира. А его распространение по планетам в дальнейшем имеет уже отношение к Циолковскому, а не к Дарвину. Как профессор Вершинина только терпят в Академии наук.
математики. По закону математики будет работать мировое правительство. Нет. Машенька, они не пройдут мимо. Сириус. Алло, уважаемый Джон, о чем говорят ваши спутники? О Маше и мировом правительстве. Значит, катастрофа. Инструкция не могла все предусмотреть. А сердце подсказывает, что я нужнее там, на планете. Все-таки найду ее. Солнечного племени. Увидеть бы ее. Все сразу стало бы ясно. Иначе все погибнет. Будьте мужественны. Вас просит земля. Ваша земля.